Всем привет, вы были на канал Hard Reset Info. В этом видео расскажу вам, как сменить аккаунт в Steam. Итак, для этого в первую очередь мы просто должны нажать на надпись Steam слева сверху, вот это вот, и нажимаем «Войти в другой аккаунт». Здесь он спрашивает, вы хотите продолжить, нажимаем «Выйти», но для этого надо будет заново ввести ваш логин и пароль, нажимаем «Выйти». Хорошо, теперь можем сами снова запустить Steam. И теперь входим в наш новый аккаунт. Я введу, по сути, тот же логин и пароль, потому что, ну, то есть в любой аккаунт вы можете просто зайти. Я сделаю то же самое, просто введу свой логин и пароль. С учетом того, что у меня второго аккаунта нет, поэтому лучше поступлю. Так, нажимаем «Войти» и входим в наш аккаунт. И на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и пишите свои комментарии. Всем всего хорошего.